Ректор Сочинского госуниверситета и исполнительный директор фонда «Русский мир» ставят свои подписи под соглашением о сотрудничестве. Фонд «Русский мир» занимается популяризацией русского языка и культуры, а также поддержкой программ изучения русского языка за рубежом. С СГУ фонд сотрудничает давно. ВУЗ участвует в грантовой программе организации, проводит на своей базе фестиваль русского языка. Мы рассчитываем, что это соглашение нам позволит двухсторонний процесс организовать, помочь. Это стажировки студентов и преподавателей Сочинского университета зарубежных учебных заведений такого же профиля. И привлечь сюда студентов, которые изучают русский язык за рубежом, вот в Сочи на языковую практику. Второе соглашение было подписано с некоммерческой организацией «Море идей». Это также давний партнер Сочинского госуниверситета. Наша общественная организация занимается поиском интересных инновационных проектов. Естественная среда, в которой мы ищем такие инновации, это студенческая среда. Сегодняшнее наше соглашение – это новый этап в рамках нашего родного университета, Сочинского государственного университета, собрать вот эту активную часть студентов, постараться помочь им найти инвесторов. Ну и третье соглашение было подписано с Кабардино-Балкарским центром социального развития и инноваций. Предполагается, что на базе СГУ будет создан центр социального предпринимательства, который в том числе будет оказывать поддержку людям с ограниченными возможностями. Подписание этих соглашений связано с развитием университета, с реализацией программы опорного вуза, статус которого получил наш университет недавно. И, безусловно, сейчас Сочинский государственный университет вообще делает переоценку своих ценностей, рассматривает новые стратегии, новые варианты развития университета. И мы это все стараемся в максимальной степени привязать к прикладным вопросам, связанных с повышением конкурентоспособности региона. В первую очередь это вопросы, связанные с качеством предоставления туристских услуг и качеством сервиса в Краснодарском крае. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.